Ради чего мы ехали 1500 километров? Долина реки Мозель. Вина, красоты, замки, лебеди. Катя уже лебедей решила подкармливать. Лебеди, идите сюда. Леди. Называется корабль, ладочка. О, ну как хорошо. А, как хорошо идет. Просто, вот, это мы отъехали от Меринга. Первого места, где мы пробовали вино. И направляемся дальше. В страну вот этих виноградников. На нашей верной невозможно не останавливаться. Каждую вторую, третью минуту. Какая красота. Прям петь хочется на каждом повороте, честное слово. Ничего не поделаешь. Очень какой-то такой интересного цвета. Его много. Правда, я что-то там ходил, не видел иногда, честное слово. Серьезно? Ну. Здесь посмотри. Такой, видишь, не красный, не белый, небольшой, но очень, ну, такой климатный. Это дрон летит в дрон? А почему ты сказал Малевич? Квадратики. Но мы припарковали. Здесь производят вино, которое называется именем этой деревушки. Писпорт. Писпортер. Гольдтрепфхен называется. Вообще здесь просто красота. Ну, есть такое. Он буркает. Смотришь, какое место. Здесь золотой трёпфхен производится, выращивает король Гольдтрепфхена и смотрит за процессом. Вау! Наступает момент истины. Какое же из четырех вин нам больше всего понравится, хейновских? Катя уже, покажи. Катя уже поняла, что хейна, потому что ей нравится. Да. Испортер. Здесь мы и распробовали разницу между кабинетом Ауслезе и Шпетлезе. А вот Беренлезе нам не дали попробовать. Вон там эта вкуснота растет. Испортер. Небольшая блошиная ярмарка. Блошиная ярмарка. Интересно. Испорт проехали. С трудом выехали из-за блошиного рынка, покинули. Держимся дальше. Называется Бернкастель Кассе? Кюс? Кюс, кажется. Здесь какой-то итальянский мыслитель жил, который стал папой, отцом немецкой философии. В каком веке? 14, 13, 15. Но изгиб реки, но замок Бернкастель Кюс. Это считается чуть ли не туристическая столица Мозельской долины. Трабен! Трарбах! Угу, Трарбах. Как обычно, красота. Некоторые так и останутся непоименованными, эти, конечно, городки. Их очень много, но они очень красивые. Только паромчик здесь ходит. Их очень много городков. Очень красивое место. Этот Мозель. Такое ощущение, что здесь туристы с половины Германии собрали. А вот город Кохен очень известен. Во-первых, здесь горы, конечно, уже становятся так повыше. А сам город Кохен известен вот своим таким замком. Как корона, сказала у нас Катя. Действительно красиво. Город Кохен. Мы уже в нижнем течении Мозеля. Красота. Нижнем Мозеле мы поняли, что Кохен. Здесь, конечно, наверное, самое интересное место. Жалко, мы не сфотографировали огни веселого вечернего Кохима. Тот самый, где был замок. А это уже что-то... Ну вот и оканчивается наш день. В неожиданном месте, но на берегу Мозеля. В прекрасном ресторанчике. Yeah. До свидания, Коблец. До свидания. Ничего не до свидания. Никакого до свидания Мозеля мы не говорим, потому что мы завтра еще пойдем. Вот это потрясающе. Как-то, ну...